Бүгінгі күндәртімдегі негізгі мәселе осы жылдың 11 айындағы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы қарындысы және де мемлекеттік бюджеттің орындалуы. Статистикалық мәліметтер бойынша нәтиже жаман емес. 11 айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің өсімі 0.8% құрап отыр. Бүткіл резервтерді қазір қосып әкімдермен, өңірлермен сөйлесіп отырмыз, компания басшыларымен хабарласып отырмыз. Жалпы жылды 1% өсіммен аяқтау мүмкіндігіміз бар. Осыған барлығымыз күш жігерімізді салуымыз қажет. Бюджеттің орындалуы бойынша Сұлтанов баяндама жасайды, ондағы хабарламасын береді. Негізінен жағдайды бұл жақта да жаман емес. 11 айдың қорытындысы бойынша бірқатар өңірлерде освоение біраз кемшіліктер бар. Дегенмен де мен әкімдерменен осы мереке күндерінің бәрінде хабарласып отырдым. Ол кісілердің айтуы бойынша жылдың соңына дейін негізгі мәселенің бәрі шешіліп, жылдың соңында қорытындысы бүгінгі 11 айға қарағанда өзгеше болады. Жұмысымызды бастайық. Алғашқы баяндама министр Бишімбаевқа беріледі. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылдың қаңтар-қараша айларында экономиканың өсуі 0.8%-ға дейін жеделгені байқалады. Бұл қаңтар-қазан айлары аралығымен салыстырғанда 0.2%-дық тармаққа жоғары. Тауар өндірісінің өсуі 0.9%-ді көрсетілетін қызметтер 0.6%-ді, өнімдерге салынатын салық 2.4%-ді құрады. Бұл оң үрдіс экономиканы әртараптандыру, инфрақұрылымды кәсіпкерлік пен агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі бағдарламалар мен жоспарларды сондай-ақ жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету шараларын іске асыру арқылы қамтамасыз етілді. Елімізде іскерлік және инвестициялық белсенділік сақталуда, қаржы нарығындағы ахуал тұрақты. Экономика салаларының ахуалы ағымдағы жылдың 11 айының қорытындылары бойынша құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және өңдеу өнеркәсібі сияқты секторлар экономиканың негізгі өсу драйверлеріне айналды. Өнеркәсіпте оң үрдістер байқалуда. Мәселен, өнеркәсіптің өсу ағымдағы жылғы қазанмен салыстырғанда қарашада 4%-ға өсті. Өткен жылғы қазанмен салыстырғанда 1.1%-ді өсу құрады. Тау-кен өнеркәсібіне қарағанда жоғары қалыптасқан өңдеу өнеркәсібінің озық өсу қарқыны өнеркәсіптегі негізгі өсу кезіне айналды. Ағымдағы жылдың 11 айында өңдеу өнеркәсібінде металлургия өнімдерінің өндірісі 6.8%-ға, азық-түлік 3.8%-ға, фармацевтикалық өнімдер 2.8%-ға, кокс және мұнай өнімдері 0.3%-ға ұлғайды. В машиностроении, несмотря на снижение производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в ноябре по сравнению с октябрем текущего года наблюдается рост на 12.6%. В горнодобывающей промышленности улучшается динамика в добыче нефти, угля и железной руды. Рост добычи нефти в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2015 составил 3%. В результате обеспечено перевыполнение плана по добыче за 11 месяцев на 2.4%. При плане 69,2 миллиона тонн, добыто 70,8 миллиона тонн. Такие сектора, как строительство, выросли на 7,5%. Сельское хозяйство выросло на 4,5%. Транспорт на 3,8%. И обрабатывающая промышленность на 0,5%. Главным фактором в промышленности стал запуск в конце сентября в рабочем режиме месторождения Кашаган, что обеспечило дополнительную добычу нефти в объеме более 75 тысяч баррелей в сутки. По итогам 11 месяцев текущего года рост выпуска промышленной продукции достигнут в 11 регионах, в то время как за аналогичный период прошлого года рост отмечался в 8. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в Восточно-Казахстанской на 4,9%, Карагандинской на 4,8%, Акмолинской на 4,2%. В регионах, где еще сохраняется снижение темпов роста промышленности, в ноябре отмечается уже наметилось улучшение динамики. Это в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях рост к октябрю текущего года составил 1,9%. В Мангыстауской области 2,5%, в Кызылординской области по сравнению с октябрем рост составил 3,7%. В городе Алматы промышленное производство за счет более точного учета выросло на 25%.
Рост продукции сельского хозяйства составил 4,5% за счет увеличения производства продукции растениеводства на 5,9%. Выпуск продукции животноводства вырос на 2,6%. Объем строительных работ, как уже отмечалось, увеличился на 7,5%. В первую очередь это за счет реализации инфраструктурных проектов в рамках программы «Нурлыжол». Рост объемов строительства наблюдается в 8 регионах страны. Наиболее высокие темпы строительства зафиксированы в Атыравской, Восточно-Казахстанской областях и городе Астана. За январь-ноябрь 2016 года ввод в эксплуатацию жилых домов вырос на 16,1% до 8,9 миллионов квадратных метров. По сути, за 11 месяцев выполнен весь годовой объем 2015 года. Ввод многоквартирных жилых домов вырос на 26,3%, индивидуальных жилых домов на 7,2%. За счет государственных средств с начала года по ноябрь введено в эксплуатацию 671 тысяча квадратных метров жилья. Наибольшее увеличение темпа ввода наблюдается в Павлодарской, Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях и город Астана. Кредитование экономики. Отмечается рост кредитования, небольшой, но рост. Объем накопленных кредитов за 10 месяцев текущего года вырос до 12,8 триллиона тенге. Объем долгосрочных кредитов на конец октября 2016 года увеличился на 0,6 до 10,5 триллионов тенге. Ранее в течение всего года наблюдался спад по долгосрочным кредитам. Объем вновь выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 8,1% до 8,1 триллиона тенге. Новые кредиты в основном шли в торговлю, что говорит о восстановлении постепенном потребительского спроса и промышленность. В строительство направлено 340,8 миллиард тенге, в сельское хозяйство 224 миллиарда тенге, в транспортную отрасль 247 миллиардов тенге. Принимаемые меры по государственной поддержке позволили увеличить кредитование субъектов малого предпринимательства с начала года на 40,7% до 2,9 триллионов тенге, что составляет почти 23% от общего объема кредитов экономики. На фоне постепенного снижения базовой ставки Национального банка с 17% в феврале текущего года до 12% в ноябре, средние ставки и вознаграждения по кредитам в экономике также снизились с 20% годовых в январе до 15,5% в октябре. Увеличивается база фондирования банков второго уровня. Объем депозитов с начала года вырос на 1,2%. Доля депозитов в национальной валюте также увеличилась. Одним из главных условий поддержания положительных темпов экономического роста стало повышение инвестиционной активности. Объем инвестиций за 11 месяцев текущего года вырос на 4,7% до 6 триллионов тенге. Росту способствовала реализация индустриально-инновационных инфраструктурных проектов в рамках программы ГПИР, Нурлыжол и антикризисных программ. Следует отметить положительную динамику прямых иностранных инвестиций с начала года. Так, чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре текущего года составил 12,1 миллиарда долларов США, что выше уровня прошлого года в 4,4 раза. Внешняя торговля и международные резервы по этим направлениям также наблюдается улучшение в динамике. Так, внешний торговый оборот за 9 месяцев достиг 49,3 миллиарда тенге. Темпы его снижения замедлились по сравнению с тем, что происходило в первом полугодии. Экспорт составил 29,1 миллиард тенге, импорт 20,2 миллиарда тенге. Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 8,9 миллиарда долларов. Позитивным фактором стал также рост экспорта готовой продукции. В январе-ноябре текущего года по сравнению с 11 месяцем 2015 экспорт готовой продукции вырос на 7% с 509 миллионов долларов США до 550. При этом доля готовой продукции в итоговом экспорте выросла до 1,6%. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке постепенно начали расти золотовалютные резервы, в том числе и золотовалютные резервы Национального банка. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили на 1 декабря 61 миллиард долларов США. В целом международные резервы составляют 90,9 миллиарда долларов США. Инфляция с начала 2016 года составила 7,5%. Основной вклад в инфляцию 2,9% внесло подорожание продовольственных товаров, о чем уже докладывалось на прошлых заседаниях правительства. Сейчас местными исполнительными органами принимаются соответствующие меры за счет стабилизационных фондов,
для того, чтобы не допустить дальнейший рост цен на продовольствие. Цены на непродовольственные товары выросли на 8,6, платные услуги на 6% с начала года. Уровень безработицы за этот период составил 5%. Уважаемый Бахчан Абдирович, коллеги, динамика развития отраслей за 11 месяцев текущего года позволяет ожидать превышения целевых параметров по росту экономики по итогам 2016 года. Основной вклад в рост ВВП, как уже говорилось, вносит реализация госпрограммы «Нурлыжол», антикризисного плана правительства и Национального банка с общим объемом финансирования 1,7 триллиона тенге. На реализацию «Нурлыжол» выделено 739 миллиардов тенге, сегодня освоено 541 миллиард тенге на 1 декабря. Сейчас оставшиеся средства будут полностью освоены до конца года. На текущий момент строительство большинства инфраструктурных и жилищных объектов завершается в плановых объемах, осуществляются соответствующие работы по подписанию акта выполненных работ, что позволит полностью освоить все ресурсы, выделенные на это направление программы «Нурлыжол». Для реализации антикризисных мер правительством и Национальным банком был принят соответствующий план. На его реализацию предусматривалось 970 миллиардов тенге. В настоящее время освоено 582 миллиарда тенге. Из них на поддержку базовых отраслей экономики 345. В рамках выделенных ресурсов полностью осуществлены работы по реструктуризации валютных обязательств ПРК, реструктуризация по займам национальных компаний, производство грузовых, финансирование производства грузовых пассажирских вагонов, а также инфраструктурных проектов. Эти направления позволили создать более 2000 новых рабочих мест и сохранить 3000 рабочих мест. Получены дополнительные налоговые поступления. По АПК также все работы ведутся в плановом режиме. Осуществляются меры по предэкспортному кредитованию. Ведется работа по реализации проекта широкополосного доступа к сети интернет. По предпринимательству в рамках антикризисного плана 356,4 миллиарда тенге выделено. На 1 декабря текущего года ровно половина уже получена и используется предпринимателями из этих средств. Продолжается освоение по данным направлениям с учетом тех сроков, которые были предусмотрены, до середины следующего года. Здесь все в плановом порядке. На сегодня более 139 проектов на сумму 85 миллиардов уже профинансировано. Также дополнительно в работе находится 124 проекта на сумму 59,4 миллиарда тенге. В целом 2241 предприятие в обрабатывающей промышленности получили доступ к финансированию и ведут соответствующую работу. На развитие инфраструктуры и реализацию жилищного строительства по всем направлениям программ было выделено 269 миллиардов тенге. По строительству ИЖС, модернизации объектов ЖКХ, развитие инфраструктуры и сел, все работы находятся в плановом режиме, освоение ведется в соответствии с запланированными графиками освоения этих средств. На 1 декабря завершена реализация более чем 4000 проектов, создано и поддержано более 36 тысяч рабочих мест. В целом, хотим сказать, что по оценке суммарный вклад в прирост ВВП от выделенных средств в рамках госпрограммы «Нурлыжол» антикризисных мер составил 2,7 процентных пункта. Эти средства позволили переломить негативные тренды, которые складывались в течение 2016 года. Наши ожидания по итогам года, что рост экономики может составить 1%. Рахмет. Баяндамашы, сұрақтарыңыз бар ма? Отырыңыз. Об исполнении госбюджета, Султанов. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, 11 айдағы мемлекеттік бюджеттің атқарылуы, бюджеттің барлық деңгейлеріндегі кірістер өсімінің жоғары қарқынымен белгіленді. Қазірдің өзінде мемлекеттік бюджетке кірістер өткен жылдық көлемінің деңгейінде түсті. Мемлекеттік бюджеттің шығыстарының сомасы өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 1,5 триллион теңгеге артық төленді. Қаржы министрлігі мемлекеттік органдармен бірлесіп, ағымдағы жылдың 40 айынан бастап, нақтыланған бюджеттің іс-шараларын орындалу мониторингісі жұмысы атқарылды. Апта сайын бюджет қаражатын егеру мәселелері жөніндегі мемлекеттік органдармен селекторлық кеңестер өткізілді. Осы шаралардың арқасында өткен жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда егеру қарқыны анағұрлым жақсы. Енді біраз цифрлық көрсеткіштерге толығырақ тоқтала кетуге рұқсат етіңіздер. Доходы в государственный бюджет
без учета трансфертов поступили в сумме 5,8 триллионов тенге. Сумма перевыполнения по госбюджету составила почти 400 миллиардов тенге, в том числе по республиканскому бюджету 255 и местным 141 миллиард тенге. За 11 месяцев текущего года мы имеем прирост по доходам госбюджета к аналогичному периоду прошлого года на 31,8%. Это на 1,4 триллиона тенге. Основная сумма или 1,2 триллиона тенге – это поступление в республиканский бюджет. Здесь мы имеем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 41,1%. По местным бюджетам прирост 13,6% или на 203 миллиарда тенге. В целом доходы госбюджета исполнены на 107,3% к плану. Республиканского на 106,6% и местного 109,1%. По итогам года мы ожидаем значительное перевыполнение налоговых поступлений порядка 250-300 миллиардов тенге. Это позволит нам не привлекать приблизительно на эту сумму гарантированный трансферт из национального фонда, поэтому в целом поступления будут исполнены чуть больше 100%. Расходы государственного бюджета выросли на 20%, достигнув почти 9 триллионов тенге. Темпы освоения лучше, чем прошлогодние показатели. По государственному бюджету освоение сложилось лучше на 0,5 процентных пункта. На республиканском уровне на 1,5%, чем год назад. Но вместе с тем по местным бюджетам освоение сложилось на 0,5 процентных пункта, хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом расходы государственного бюджета исполнены на 97%. Республиканский бюджет на 98,2% и местные бюджеты на 96,6%. Исполнение расходов республиканского бюджета по итогам года, Павел Абдирович, мы ожидаем в пределах 98,6%. Администраторами уже заявлено о невозможности исполнения 129 миллиардов тенге, при этом более 90% от общей суммы неисполнения приходится на неиспользуемый резерв правительства и на экономию порядка 32 миллиардов, которые по бюджетному законодательству не являются неосвоением. Фактическое неосвоение составит порядка 7,5 миллиардов тенге, это почти на уровне прошлого года, чуть меньше, чем на уровне прошлого года. В прошлом году было 7,8 миллиардов тенге. Наибольшее ожидаемое неосвоение приходится на Министерство иностранных дел, 2,8 миллиардов тенге, это в связи с отменой саммита. МВД 1 миллиард, Министерство здравоохранения и социального развития 1,2, Министерство образования и науки 0,6. По дополнительным выделенным в сентябре месяце средствам при уточнении республиканского бюджета ожидается неосвоение порядка 2,3 миллиарда тенге. Основная сумма приходится вот как раз на Министерство иностранных дел. Местные бюджеты. В отчетном периоде всеми регионами выполнены планы собственных доходов, за исключением Карагандинской области, где процент исполнения составил 99,2%, и Мангистауской области 96,7%. При этом темп роста доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен по всем регионам, за исключением Жамбылской области. Здесь мы наблюдаем 99% показатель. Расходы местных бюджетов произведены на сумму 3 триллиона 830 миллиардов тенге или на 96,6% плана на отчетный период в сумме 3,9 триллионов тенге. Неисполнение составило 133 миллиарда тенге. Наибольшие суммы неисполнения сложились по следующим регионам. Это города Алматы и Астаны более 26 миллиардов тенге. Мангистауская, Южно-Казахстанская более 10 миллиардов, Западный Казахстан и Алматинская область приблизительно по 7 миллиардов тенге. Теперь касательно поддержки регионов. В 2016 году регионами из республиканского бюджета предусмотрено 1 триллион 530 миллиардов тенге, что на 51% больше 2015 года. В целом за 11 месяцев текущего года регионам из республиканского бюджета выделено 1,4 триллиона тенге. Исполнение регионами составило 1 триллион 324 миллиарда тенге или 95,6 миллиардов. Не использовано 60, из них не освоено 54 миллиарда тенге. Наиболее крупные неосвоения сложились по следующим регионам. По Астане 13,3, Алмата 9,9, Южно-Казахстанская и Карагандинская приблизительно 3,5, Актюбинская 3 и Мангистауская более 3 миллиардов тенге.
По программе «Нурлы жол» за 11 месяцев текущего года освоено 435 миллиардов тенге, или 92% от годового объема. По году на республиканском бюджете исполнение ожидается, на республиканском уровне исполнение ожидается почти в полном объеме, а точнее 99,9%, не будут освоены только полмиллиарда тенге. Это по Министерству национальной экономики 235, Министерству образования 130 и Министерству здравоохранения и социального развития 109 миллионов тенге. Это по проектам с международными финансовыми организациями. Местные органы освоили 215,5 миллиардов тенге, или 94,5% от годового объема. Не освоено 12 миллиардов тенге. Средства, поступившие от размещения государственных ценных бумаг, освоены на 87,4%, или 25 миллиардов тенге. До конца года предстоит освоить еще 13 миллиардов тенге. Таким образом, поступления республиканского бюджета будут исполнены на 100%, расходы на 98,6%, в том числе программа «Нурлы жол» на 99,9%. Кассовые остатки, переносимые на следующий финансовый год, составят порядка 130-150 миллиардов тенге, что позволит начать своевременное бесперебойное финансирование расходов нового года. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Присаживайтесь. Акишев. Құрметті Бағжан Абдирұлы, құрметті әріптестер, сіздерді осы жылғы 11 айда жүргізілген ақша кредит саясатының нәтижелері мен қаржы нарығындағы жағдай туралы хабардар етуге рұқсат етіңіздер. Қарашада инфляция 1,2%-ді құрады. Жыл басынан бері инфляция 7,5% болды. Өткен жылы тамыздан бері теңгенің айырбастау бағамының өзгеруі 78%-ді құрады. Жылдық инфляция бір таңбалы санға дейін 8,7%-ға төмендеді. Бұл жағдайда бағамды түзетудің ішкі бағаға ауысу процесі аяқталды. Экономика айырбастау бағамының жаңа өлшемдеріне бейімделді. Инфляция алдағы 2 айда белгіленген 6-8%-дық дәлізге жетеді және 2017 жылы дәліз ішінде болады деп күтіледі. Ұлттық банктің негізі жұмысы ақша нарығында нарықтық ставкаларды қалыптастыруға бағытталған. Бұл экономикадағы ақшаның объективтік бағасын анықтауға мүмкіндік береді. Онсыз банктердің нақты секторды нарықтық жағдайларда кредиттеуі мүмкін емес. 2016 жылы Ұлттық банк базалық ставканы жүйелі түрде 17%-дан 12%-ға дейін төмендетті. В 2016 году наблюдается восстановление вторичного рынка государственных ценных бумаг. Рыночная структура процентных ставок является предсказуемой и складывается адекватно ожиданиям участников рынка. Впервые за долгое время иностранные игроки стали участниками вторичного рынка и наблюдается спрос на ноты Национального банка со стороны нерезидентов, что свидетельствует об уверенности в отношении стабилизации курса национальной валюты и адекватности процентных ставок на рынке. Национальный банк продолжает программу продажи среднесрочных государственных ценных бумаг из своего портфеля. Проведено 19 аукционов на сумму 19 миллиардов тенге. Ставка на последнем аукционе по пятилетним бумагам сложилась ниже 9%. Министерство финансов могло бы, пользуясь ситуацией, привлекать среднесрочные ресурсы на внутреннем рынке для будущих потребностей финансирования дефицита бюджета, то есть для 2017-2018 годов, однако пока на рынке не присутствует. На денежном рынке сохраняется структурный профицит тенговой ликвидности в размере 2,1 триллиона тенге. Это означает, что несмотря на снижение базовой ставки, банки предпочитают инвестировать свободную ликвидность в инструменты Национального банка по ставкам внутри коридора 12% плюс-минус 1%, что значительно ниже доходности, которая могла бы быть получена при кредитовании реального сектора экономики. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна. Национальный банк не препятствует фундаментальным трендам, которые складываются под воздействием внешних и внутренних факторов. На конец ноября биржевой курс тенге составил 341 тенге 44 тиен за доллар США, ослабившись с начала года на 0,4%. В настоящее время на рынке наблюдаются незначительные ежедневные колебания курса тенге. На протяжении трех месяцев, начиная с сентября 2016 года, Национальный банк не проводит интервенции на валютном рынке, соответственно, доля нашего участия составляет 0%. Курс тенге формируется исключительно под воздействием фундаментальных факторов, которые в настоящее время имеют позитивную динамику.
Вследствие договоренности о снижении объемов добычи нефти большинством нефтедобывающих стран и роста стоимости нефти на мировом рынке, в декабре этого года наблюдался тренд на укрепление тенге. Политика свободно плавающего курса тенге позволила начать процесс постепенного восстановления резервов. Золотовалютные резервы Национального банка на конец ноября составили 29,8 миллиарда долларов. С начала года рост на 2 миллиарда долларов. Увеличение объемов золотовалютных резервов обеспечено в основном ростом стоимости золота и приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке. Валютные активы Национального фонда составляют 61 миллиард долларов. Общая сумма резервов страны достигла почти 91 миллиард, долларов или ориентировочно 68% от ВВП. В 2016 году происходило изменение структуры депозитов. Депозиты в тенге за 11 месяцев, это предварительные данные, выросли на 53,2%, в иностранной валюте снизились на 10%. В результате уровень долларизации депозитов снизился с максимального уровня в размере 70%, который был в январе 2016 года, до 56,7% в ноябре 2016 года. Депозиты юридических лиц в тенге и в иностранной валюте практически сравнялись. В структуре вкладов физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 64,4% в ноябре 2016 года с максимального значения 80% в январе 2016 года. С начала года объем кредитов банков экономики практически не изменился и составляет 12,8 триллиона тенге. Однако в структуре портфеля происходят позитивные изменения. Активизировалось кредитование в обрабатывающей промышленности на 148,7 миллиардов тенге за 10 месяцев, в сельском хозяйстве на 40 миллиардов тенге, в строительстве на 24,7 миллиардов тенге. Кредиты малому предпринимательству за 10 месяцев увеличились на 838 миллиардов тенге или на 41% до 2,9 триллионов тенге. Национальным банком будет продолжена работа по обеспечению финансовой стабильности. В условиях сохранения кризисных явлений в экономике страны Национальный банк будет придерживаться контрцикличного характера регулирования финансового рынка, проводить регулярные оценки устойчивости банковского сектора к негативным событиям. Благодарю за внимание. Доклад окончен. Спасибо, Касымбек. Уважаемый Бахтиян Абдирович, уважаемые коллеги, в целом итоги работы курируемых Министерством отраслей демонстрируют устойчивость. Так, обрабатывающая промышленность показывает рост 0,5%. В том числе металлургии объем производства вырос на 6,8%. В том числе в черной металлургии 3,5% рост составил. За счет роста производства стали на 10%. Ферросплавов на 6,8%. В цветной металлургии мы наблюдаем рост по итогам 11 месяцев на 8,8%. В первую очередь это за счет увеличения выпуска глинозема, свинца рафинированной, меди рафинированной, меди, золота. Также хотел бы отметить, что в горнодобывающем секторе объем добычи руд цветных металлов за 11 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом увеличился на 8,1%. За счет роста добычи медной руды, это на новых месторождениях, в первую очередь, это Бошаголь и Ахтагай, также бокситов на 2,3%. Объем добычи железной руды, несмотря на недостижение уровня прошлого года, все-таки по сравнению с первым полугодием и первым кварталом демонстрирует рост. Например, по итогам первого квартала было 67,3%. Сегодня по итогам 11 месяцев 86,8%. Это, возможно, стало вследствие возобновления поставок железорудного сырья ССГПО в Китай и увеличением добычи на ТО «Бапи Майнинг». Мы видим рост объемов производства фармацевтической отрасли на 2,8%. Снижение мы видим в химической промышленности, уменьшение 1,7%. В основном из-за снижения объемов производства химической продукции ТО «Касфосфат», это трикальцифосфат кормовой, мы здесь ощущаем жесткую конкуренцию со стороны вьетнамских производителей на европейском рынке. Снижение, о котором говорилось в выступлении министра национальной экономики, машиностроений, в основном происходит из-за спада производства в первом полугодии по автомобилестроению. В то же время последние месяцы имеются тенденции роста производства машиностроений. Так, рост производства в этой отрасли по сравнению октябрь-ноябрь составил почти 12%.
В целом, Бахчан Абдирович, мы хотели бы отметить, что по итогам 2016 года ИФО по курируемым отраслям прогнозируется на следующем уровне. Добыча металлических руд 104%, в том числе за счет добычи руд цветных металлов 107%. Металлургическая промышленность в целом 105%, в том числе черная металлургия 103%, цветная металлургия 106%. Фармацевтическая промышленность 102% ИФО. Снижение видим 2% химической промышленности и в машиностроении 84% составит ИФО этого года. Легкая промышленность рост 1%, бумага, бумажная продукция 3%, мебель 1%. По транспортному комплексу индекс физического объема за 11 месяцев составил 103,8%, при этом грузооборот увеличился на 0,2%, составил 361 миллиарда тонна километров. Пассажирооборот имеет рост 3,7%. Итого, по итогам текущего года ИФО по транспорту прогнозируется на уровне 104%. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Бузумбаев. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылдың 11 айының энергетикалық саласын қорытындылау туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Мұнай және конденсат өндіру көлемі 78 миллион тонна құрады. Бұл осы жылдың жоспарына 102,3% немесе өткен жылмен сәйкес кезеңіне қарағанда 97,6% болып отыр. Ағымдағы жылы мұнай саласындағы кәсіпорындарды қолдау бойынша қабылданған шаралар, сонымен қатар Қашағанды іске қосу мұнайдың жылдық өндіру жоспарын 74-тен 75,5 тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік берді. Бірақ осы жылдың болжамы 77 тонна, миллион тонна дейін өседі деп күтілуде. Мұнай өндеу көлемі 13,1 миллион тоннаны құрады. Осы жылдың жоспары 14,15 миллион тонна болып отыр. Жоспарды орындау күтілуде. Для нужд сельхозтоваропроизводителя обязательство по поставке удешевленного ГСМ выполнено полностью. По состоянию на 13 декабря текущего года объем запасов на нефтебазах составляет по бензинам 92-93 более чем 103 тысячи тонн, дизельного топлива 155 тысяч тонн. Количество остатков ГСМ составляет приемлемый запас, достаточно для обеспечения внутреннего спроса, дефицита на АЗС не наблюдается. Добыча газа по оперативным данным составила 41,9 миллиардов кубов, это 106,1% к плану 2016 года или 102% к аналогичному периоду прошлого года. Годовой план 44 миллиарда кубов будет выполнен. Произведено 2,4 миллиона тонн сжиженного газа, это 105% к аналогичному периоду прошлого года. Годовой план 2,6 миллиона тонн будет выполнен и немного выше. По нефтехимии на 1 декабря произведено 475,5 тысяч тонн дорожного битума. Обеспеченность внутреннего рынка отечественным битумом осуществляется в полном объеме. Объем выработки электроэнергии по оперативным данным составил 84,5 миллиарда киловатт-часов. Это 102,9% к аналогичному периоду прошлого года. А при годовом плане 91,6 миллиардов киловатт-часов ожидается выполнение плана. Объем добычи угля составил 89,1 миллиона тонн, это 98,1% по прошлому году. При плане на 2016 год 101,5 миллионов тонн и ожидается выполнение плана. Обеспеченность электроэнергетических потребителей угольной продукции, металлургии, промпредприятий, населения и коммунально-бытового сектора выполняется на 100%. Объем добычи урана составил 2347 тонн, это 104% к аналогичному периоду прошлого года. При плане на 2016 год 24
более 24 тонн ожидается выполнение плана. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, ағымдағы жылдың 11 айы бойынша энергетикалық саласының негізгі қорытындылары қысқаша осындай. Министрлікпен жылдың аяғына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу қамтамасыз етілетін болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Отырыңыз. Айтуғанов. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті үкімет мүшелері, ауыл шаруашылығы үстіміздегі жылдың 11 айдың қорытындысы бойынша өсу көрсеткіштермен сипатталып отыр. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі өткен жылды осы кезеңмен салыстырғанда 4,5% өсіп, 3,4 триллион теңгеге құрады. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции отмечается во всех регионах, за исключением Мангыстауской области. Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти на 50%, составив 220 миллиардов тенге против 148 миллиардов тенге прошлого года. Данный рост связан с введением новых проектов в регионах в рамках проекта по экспортному потенциалу мяса КРС, стимулирующих мер по внедрению кооперации на селе, а также за счет увеличения объемов инвестиционного субсидирования. В области животноводства отмечается увеличение поголовья животных на 1,3%, производство мяса на 3,5%, молока на 3,1%, яиц на 0,1%. В растениеводстве валовой сбор зерна составил 23 миллиона 700 тысяч тонн в бункерном весе, что почти на 4 миллиона тонн больше прошлого года. Средняя урожайность составила 15,4 центнера с гектара, что на 15% больше уровня прошлого года. Собранный урожай полностью обеспечивает внутреннюю потребность страны и экспортный потенциал на уровне 8,5-9 миллионов тонн. На сегодня экспорт зерновых составил 7,9 миллиона тонн, что превышает уровень прошлого года на 12%. Собрано 3,6 миллиона тонн овощей и 2,2 миллиона тонн бахчевых культур, что превышает уровень прошлого года на 511 тысяч тонн. Можно отметить рекордный урожай по сбору риса, яблок и хлопка. Впервые за последние 20 лет в Северо-Казахстанской области посеяна сахарная свекла, собрано 14 тысяч тонн при урожайности 350 центнеров с гектара. Это выше среднереспубликанского показателя на 15%. По масличным культурам валовой сбор составил 2 миллиона тонн, что почти в полтора раза больше уровня прошлого года. За отчетный период объем производства продуктов питания увеличился на 3,8% и превысил 1,2 триллиона тенге. Производство круп увеличено на 36%, сахара на 49%, муки на 13%, растительного масла на 14%, колбас и аналогичных изделий из мяса на 10%. План освоения за 11 месяцев 306,7 миллиарда тенге, из них освоено 295,8 миллиарда тенге или 96,4%. Приняты необходимые меры по освоению. Ожидаемое освоение составит 325,8 миллиарда тенге или 99,8%. Благодарю за внимание. Рахмет, отырыңыз. Өмірзақ Истайұлы, сізге сөз. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, бізге елбасының тарапынан үкіметтен мына өндірісті былтырға қарағанда төмендетпеу тапсырылған болатын. Қазір 11 айдың қорытындысы бойынша мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі 20 миллион 640 мың тонна құрап отыр. Ол 0,18%-ға былтырғыдан жоғары. Газ өндіру көлемі 4,4 миллиард текше метр құрап отыр, ол 1,4%-ға жоғары. Мұнайды өңдеу көлемінде 1%-ға жоғары. Темір жол көлігімен жүк тасымалдау көлемі 0,2%-ға жоғары.
жолаушылар тасымалдау 2,5% жоғары, табиғи уранды өндіру көлемі 4,2% жоғары. Сондықтан 12 биылғы жылғы қорытынды былтырғыдан төмен болмайды деп сендіруге болады. Ал енді қаржылай жағынан көрсеткіштерге келсек, 11 айдың қорытындысымен жалпы түсім выручка 5,152,53 млрд теңгені құрап отыр. Ол былтырғы көрсеткішке қарағанда 19% жоғары. Ал операциялық пайда былтырға қарағанда 85% жоғары. Бұл жерде әрине былтырғы өткен девальвацияның өзінің ықпалы бар. Бірақ дегенмен жаңағы түсім 19% өскенде операциялық пайда 85% өскені, бұл мынау елбасының тапсырмасымен былтыр дағдарысқа қарсы күрес кезінде мынау шығындарды азайтуға көптеген шаралар қолданған, сол шығымды сол деңгейде ұстап қалудың нәтижесі болып отыр. Сондықтан ендігі біздің мақсатымыз сол шығымды көбейтпей осы пайданы асыру болып табылады деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Мырзаға сайшы отырмыз. Қуантарлық мағлұматтар. Келесі сөз Нысаев. Құрметті Бақжан Адирұлы, құрметті үкімет мүшелері, Байтерек холдингі негізгі мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру бойынша үкіметтің операторы бола отырып, Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама шеңберінде индустриялық жобаларды қаржыландыруға, Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй құрылысы мен кәсіпкерлікті қолдауға, сондай-ақ бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберіне шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға белсенді қатысуда. Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асыру шеңберінде Байтерек холдингі ірі жобаларды қаржылық қолдау мен перспективалық жобаларды іске асыру үшін инвесторлар іздеуді жүзеге асыруда. Бағдарламаны қаржыландыру сомасы 225 миллиард теңгені құрады. Оның 150 миллиард теңге сомасы Қазақстан Даму банкінің сыртқы көздер қаражатынан тартылды. 2016 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Даму банкі жалпы сомасы 171 миллиард 100 миллион теңгені құрайтын 9 жобаны қаржыландырды. Жалпы жобасы 211 миллиард теңге. Оның 2 жобасы пайдалануға енгізілді. Атап айтқанда, Ақтөбе қаласындағы рельсті бөрене зауыт құрылысы және Қаратау қаласындағы қуаттылығы 15 мың тонна құрайтын цианид натрий өндіру бойынша зауыт құрылысы. Осы жобалардың арқасында қосымша 13 миллиард 900 миллион теңгеге өнім шығарылды. 1255 жаңағы жұмыс орын құрылды. 2017 жылы одан әрі даму перспективасы бар экспорт көлемі 355 миллион теңгеге ұлғайды. Жалпы алғанда өткен 11 айында Қазақстан Даму банкінің еліміз бойынша экономиканың шикізаттық емес саласына ұзақ мерзімді кредит беру үлесі 30% құрады. За 11 месяц 2016 года в рамках программы ДКБ-2020 фондом даму через субсидирование ставки вознаграждения поддержано 1823 проекта на общую сумму кредитов 265 миллиардов 800 миллионов тенге, через инструменты гарантирования 960 проектов на общую сумму кредита 28 миллиардов 300 миллионов тенге. С помощью финансовых программ через обусловленное размещение средств в банках второго уровня было профинансировано 6959 проектов на общую сумму кредитов 306 миллиардов 300 миллионов тенге. В результате предприятия, получившие поддержку за счет средств Национального фонда, в 2016 году реализовали продукции на 480 миллиардов тенге, выплатили налогов на 31,4 миллиарда тенге и создали 2100 новых рабочих мест. В рамках государственной программы «Нурлы жол» за счет поддержки, оказанной фондом даму субъектам малого и среднего предпринимательства, за прошедшие 11 месяцев 2016 года реализована продукция на 150 миллиардов тенге и создано почти 490 рабочих мест. Субъектами крупного предпринимательства, поддержанными через Банк развития Казахстана в рамках обусловленного размещения средств, реализована продукция почти на 780 миллиардов тенге и создано 1400 новых рабочих мест. Если коротко остановиться по жилищному строительству, за указанный период сдано в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья или 7 тысяч
квартир, в том числе по линии казахстанской ипотечной компании это 297 тысяч квадратных метров и по линии Байтерек Девелопмента 130,5 тысячи квадратных метров. Хурметті Бақытжан Абдырұлы, 2016 жыл қорытындысы бойынша Байтерек холдингі жоғарыда көрсетілген бағдарламаға сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізетін болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, отырмыз. Бірнеше өңірлерді қарайық, тыңдап жаңа баяндамашылардың айтып өткен бойынша. Мына өнімге келетін болсақ, онда қаңтар-қараша айларында биылғы жылдың өнеркәсіп өндірісінің көлемі жалпы республикалық деңгейге қарағанда Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Алматы, Маңғыстау, Қызылорда облыстарында төмен болып отыр. Кірістермен қарайтын болсақ, Қарағанды 99.2%, Маңғыстау 96.7%, шығыстар бойынша орындалу Алматы қаласы 93.7%, Астана 93.1%, Маңғыстау 93%, Оңтүстік Қазақстан 98%, Батыс Қазақстан 95%. Ал Нұрлы жол бағдарламасындағы біздің негізіне берген трансферттер бойынша орындалуы Ақмола облысында 84%, Атырау облысында 76.9%, Маңғыстау облысында 83.3%. Дегенмен де жылдың соңына дейін, бұл 11 айдың қорытындысы, жылдың соңына дейін осы айтылған облыстарда әлі де мүмкіндік болу бар деп есептейміз, оған сенеміз. Сол себептен сіздердің бар күш-жігерлеріңізді осы бөлінген қаржыларды дер кезінде игеріп және түсімдерді, кірістерді ұлғайтуға жұмыс жасауларыңызды сұраймыз. Қостанай облысы, Мұхаммед. Қайырлы күн, құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер. Облысымызда 11 айдың әлеуметтік экономикалық дамуының көрсеткіштері бойынша оң нәтижелерге қол жеткіздік. Индекс физического объема промышленности составил 100,2%. В обрабатывающем секторе рост почти на 10%. В частности, увеличено производство продуктов питания на 22,5%. Машиностроение почти на 15%. В агропромышленном комплексе индекс физического объема сложился на уровне 103,2%. Валовый выпуск продуктов составил почти 319 миллиардов тенге. Обеспечен рост инвестиций почти на 5%. Увеличение способствовало росту объема вложений в сельское хозяйство на 32% и в горнодобывающую промышленность почти на 10%. За отчетный период введено у нас 189 тысяч квадратных метров жилья, что больше годового плана на 2,5%. Мы с правительством подписали соглашение в этом году на 185 тысяч квадратных метров. Вот. Поэтому по сравнению с прошлым годом идет снижение, но в прошлом году 65% ввод составил ИЖС. Были вопросы, поэтому я вот лично к вам заходил, Бахтин Абдирович, и с правительством и с Министерством национальной экономики мы подписали на 185 тысяч квадратных метров. Индекс потребительских цен составил 107,1%, что ниже республики на 0,4%. План государственного бюджета по доходам исполнен на 108,1%. Расходы бюджета исполнены почти, более чем 99%. Погода ожидаем 99,5% или 99,7%. Сейчас работаем. В основном экономия по государственным закупкам у нас сумма остается. Уровень безработицы составляет 4,9%. По объемам строительных работ есть вопросы. Вот, так как в 2015 году были реализованы большие инвестиционные проекты, это железная дорога Архалык-Шубарколь на территории области, цементный завод Рудненский, крупный проект, завершен в этом году. По СГПО были большие инвестиционные проекты. В этом году снижение есть, но мы сейчас наверстываем. До конца года постараемся наверстать. В целом, по итогам года ожидаем по всем показателям выполнить доведенные параметры. Доклад завершен. Рахмет, Мангустав Айдарбаев. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, ағымдағы жылғы 11 айдың қорытындысы бойынша өңірдің негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері жоспарлаған межеде сақталды. Есепті кезеңде өңдеу өнеркәсібінде оң динамика байқалады, оның өсімі 12%. Негізгі өсімді химия өнеркәсібі құрап отыр. Тұрғын үйлерді қолданысқа беру қарқыны 116,3% құрады, немесе 624 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді.
Жыл басынан бері мемлекеттік бюджетке түскен түсімдер көлемі 295 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ға ұлғайды. Оның ішінде жергілікті бюджет кірістері 11%-ға артып, 113 миллиард теңгені құрады. Республикалық бюджеттен бөлінген нысалы трансферттер орындалысы 91% құрады. По итогам 11 месяцев не освоено 3 миллиарда тенге, где основная доля приходится на объекты развития и текущие ремонтные работы по благоустройству населенных пунктов. По всем объектам, финансируемым за счет трансфертов, завершаются работы по приему объемов выполненных работ, устранению замечаний и окончательной оплаты по заключенным договорам. По итогам года предусмотренные средства будут освоены в полном объеме. Несмотря на снижение темпа производства сельскохозяйственной продукции, это на сегодняшний день составляет 91%, из месяца в месяц отмечается ее рост. К примеру, в начале года индекс физического объема составлял всего 79%. До конца года прогнозируем данный показатель на уровне 100%. Аналогично по показателю объема строительных работ. С начала года индекс увеличился с 79% до 93% на сегодня, и к концу года ожидается на уровне 100%. Таким образом, в целом, по основным показателям мы прогнозируем к концу года положительные темпы роста. Снижение прогнозируется только по двум показателям. Это объемы промышленного производства и инвестиции в основной капитал. На отрицательные темпы данных показателей повлияло значительное уменьшение затрат нефтедобывающими компаниями на программы бурения и ремонт скважин. Соответственно, отмечается снижение добычи нефти и услуг, оказываемых нефтесервисными компаниями. Хурмет Бахчан Абдырулы, оңыр экономика сөйсіну, оң қарқын қамтамасы ету, елеулі айтқылармен айтарлықтай төмендеулерге жол берме мақсатында экономиканың өсу резервтерін пайдалану жоспары іске асырылуда. Іске асырылатын негізі бағыттар бұл өңдеу өндірісі көлемінің өсуі, транспорт және логистиканы дамыту, нұрлы жол бағдарламасының барлық бағыттарын іске асыру, бөлінген бюджет қаражатының толық игерілуін қамтамасыз ету. Баяндама аяқталды. Рахмет. Рахмет. Павлодар облысы, Бақауов. Қайырлы күн, құрметті Бақшан Абдырұлы, қадірлі үкімет мүшелері. Ағымдағы жылдың 11 айы бойынша Павлодар өңіріндегі әлеуметтік экономикалық жағдай тұрақты. Негізі макроэкономикалық көрсеткіштер оң динамиканы көрсетіп отыр. Облыстағы өнеркәсіп саласында тұрақты дамуда. Өнеркәсіп оның көлемі былтырғы жылдан салыстырғанлық кезеңі бойынша 101,2% құрап отыр. Сонымен қатар қазақстандық және ресейлік энергия жүйелерімен көмірді аз мөлшерде пайдаланғандығының тас көмірді өндіру көлемі 5,8%-ға төмендегені байқалуда. Кәсіпорындарды түйткілді мәселелер шешу жұмыстарды жүйелі түрде жүргізіп келеді. Бұған дейін екі мәселе болған еді. Олар Қазақстан вагон құрастыру және Арамат фирмасы. Соңғы екі жылдың ішінде ГКВК тапсырсыз қалған болатын. Қазіргі уақытта бұл кәсіпорын несие алып, жүк вагондарын шығару дайын. Жылдың аяғына дейін 200 вагон шығарады. Рамат бойынша жаңа инвестор табылды. Бүгінгі күні кәсіпорын қарыздан жабу бойынша тиісті банкпен келістер жүргізіп отыр. Ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп көлемін 102% деңгейде болжап отырмыз. Ауыл шаруашылық саласында жалпы өнімін өсімі 105% құрап отыр. Жыл қорытындысы бойынша 108% болжануда. Оборот розничной торговли увеличился на 2,4%, грузооборот на 2,7%, объем строительных работ на 2,4%, ввод жилья на 49,7%. Инфляция по области составила 107,1%. С начала года в экономику региона привлечено 378,5 миллиардов тенге инвестиций. По карте поддержки предпринимательства введено 6 проектов на сумму 21 миллиард тенге. Все проекты по государственным программам «Нурлы жол», дорожной карты занятости 2020, ДКБ 2020 реализуется по плану.
Освоение по итогам года ожидается 100%. За 11 месяцев в области создано 13 тысяч рабочих мест, в том числе 6 тысяч постоянно. Уровень безработицы составляет 4,8%. За 11 месяцев в государственный бюджет поступило 200 миллиардов тенге налогов и других обязательных платежей или 104,9% плану периода. В целом, рост валового регионального продукта по итогам 2016 года планируется на уровне 101%. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Рахмет, Омск, Казахстан. Тимибаев. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті үкімет мүшелері, жыл басынан өнеркәсіп өнімінің көлемі 710 миллиард теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 104%-ға орындалды. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 415,8 миллиард теңгені құрап, 103%-ға орындалды. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен шығарылған өнім көлемі 334,5 миллиард теңгені құрап, 102%-ға орындалды. 2016 жылдың 11 айында негізгі қорға 327,8 миллиард теңге инвестиция бағытталды. Құрылыс жұмыстарының көлемі 152,3 миллиард теңгені құрады. Өткен жылдың сәйкес деңгейінде 87,2% орындалды. Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 23,9%-ға артып, 525 мың шаршы метрді құрады. Жоспар 460 мың шаршы метр. Облыста 46 480 жаңа жұмыс орны ашылды. Жалпы жұмыссыздық деңгейі 5,1%-ді құрап отыр. Бюджет 2016 жылдың 1 желтоқсанында мемлекеттік бюджетке түскен салықтармен басқа түсімдердің көлемі 277 миллиард теңгені құрап, жоспар 106,2%-ға орындалды. Жергілікті бюджетке 96,5 миллиард теңге түсіп, жоспар 109,8%-ді құрады. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, бюджеттен, республикалық бюджеттен бөлінген қаржылар жылдың соңына дейін жоспарға толық игеріледі. Баяндама аяқталды. Рахмет. Атырау Ноғаев. Қайырлы күн, құрметті Бақытжан Абдырұлы. Өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда өнеркәсіп өнімінің көлемінде инвестиция, тұрғын үй, ауыл шаруашылық басқа да салаларда оң өсім байқалады. Қаражаттың түсуі, бюджеттің түсімі де 150%-ға орындалды. Шығыстар бойынша аталып өткендей, осы кезеңде 97,6%-ға игерілді. Соның ішінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша 80%, жергілікті бюджет 99%-ға игерілді. Құны бағасының индексі 107,2. Басқа да көрсеткіштер өзіміздің қабылдаған міндеттемелерімізге сәйкес орындалып жатыр. Қаражаттың игерілуі өзімізге қабылдаған міндеттер бойынша толығымен игеретін жағдайымыз барлығы бар. Жыл соңынан осы көрсеткіштерде қажеттенге жеткізу жұмыстарын жатырмыз. Баяндама аяқталды. Рахмет. Ақмола облысы, Сергей Витальевич. Добрый день, уважаемый Бахтжан Абдырович. По промышленности индекс физического объема производства за 11 месяцев составил 104,2%. Индекс физического объема производства сельского хозяйства 110%. Инвестиции в экономику региона выросли на 8,4% к уровню прошлого года. Введено более 320 тысяч квадратных метров жилья, это 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Что касается, вот в рамках программы «Нурлы жол» в области реализуется 23 проекта на 7,9 миллиарда тенге. Из них в текущем году будет завершено 10 проектов, а остальные переходящие, я думаю, здесь тоже исполнение будет. На мероприятии по дорожной карте занятости 2020 выделено 6,6 миллиарда тенге. Запланировано охватить 3,9 тысяч человек. За 11 месяцев текущего года трудоустроено 7 тысяч человек. Эта программа также у нас будет выполнена. У нас немного есть проблемы по доходной части. Нет вопросов по расходной части в области. То, что вот последние были кредиты выделены, которые в сентябре месяце мы провели тендер.
и на 400 миллионов пока, в общем-то, Финконтроль не пропускает эти деньги. Я думаю, сейчас мы вот работаем в этом направлении. Остальные вопросы решены. Я думаю, что все будет сделано. Спасибо. Хорошо. Ақтөбе, Бердібек Мешбеков. Саламатсыз ба, құрметті Бақытжан Әбдірұлы. Әріптестер, мемлекет басшысының үкіметтің берген тапсырмасы негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер былтырғы жылдан төмен болмай, жаңа сіздің айтқан өндіріс өнімдерінің көлемі жөнінен енді қазіргі таңда 99%, бірақ енді соңғы кезде оң динамика бар. Біз бұл сұрақты күнделікті қарап, бақылап, талдап отырмыз. Біздің өзіміздің мүмкіндіктеріміз, резервтеріміз бар. Жылдың аяғына дейін 100%-ға орындаймыз. Мы сегодня специально пригласили руководителей всех крупных компаний, предприятий, бизнеса для того, чтобы они сами слышали ваши поручения. И мы до конца года объем промышленной продукции выполним на 100%. Алқалданғаны көрсеткіштер, инвестиция, құрылыс жөнінен. Оның да біздің енді негізгі резервтеріміз, мүмкіндіктеріміз бар. Әсіресе мұнай, газ саласында, хром, мыс, мырыш, одан кейін ашылған рельс шығаратын зауыт бар, КТЖ-ның объектілері бар, Қазтрансгаздың объектілері бар. Бір сөзбен айтқан кезде ең кем дегенде 100% болады. Жаңағы айтылған берілген қаржыны игеру жөнінен. Қазіргі таңда енді 97.1 біздің болжамымыз бойынша жылдың аяғына дейін игеру ең кем дегенде 99.6% болады. Нұрлы жолмен басқа да мемлекеттік бағдарламамен берілген қаржыда толығымен игеріледі. Бір сөзбен айтқан кезде жаңа өзіңіз айтқандай біз барлық күшімізді қаржылығымыздың барлығын осы берілген тапсырманы орындап негізгі көрсеткіштердің былтырдан төмен болмауына жұмыс жасаймыз. Биылғы жылдың біз ерекшелігін түсінеміз. 25 жылдықта біз енді барлық берілген міндеттерді толығымен орындауымыз керек. Рахмет. Рахмет сізге. Астана, Исакешев. Құрметті әріптестер, осы жылдың 11 айының қорытындысы бойынша елорданың әлеуметтік экономикалық саласында оң динамика бар. Осы жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы өңірлік өнім көлемі 2 триллион 100 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың тиісті көрсеткішінен 2.9%-ға жоғары. Өнеркәсіптік кәсіпорындар да өткен 11 айда оң динамика көрсетті, плюс 2.1%. По индустриальной программе запущено 10 производств на сумму 37 миллиардов тенге в текущем году. Объем инвестиций вырос на 1,2% к уровню прошлого года и составил 713 миллиардов тенге. При этом иностранных инвестиций привлечено 41 миллиард тенге, в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Объем строительных работ вырос на 14%. Введено 2 миллиона 28 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 36%. В этом году уровень безработицы за третий квартал составил 4,6%. С начала года создано 17 тысяч новых рабочих мест. По программе «Дорожная карта занятости» трудоустроено порядка 5 тысяч человек. Объем поступлений в государственный бюджет выросли на 52% и составили по итогам 11 месяцев 994 миллиарда тенге. В том числе в республиканский бюджет перечислено 800 миллиардов тенге. Уже в декабре мы превысили 1 триллион тенге. По исполнению бюджета проводится работа, по итогам 11 месяцев было освоено 92%. Сейчас идет завершение актов приемов работ по крупным инфраструктурным проектам. По целевым трансфертам и кредитам будет освоено 99,9%. Что касается трансфертов, выделенных из национального фонда в рамках Нурлужол, также идет завершение проектов, ожидаем освоения 99,5%. Доклад такой. Спасибо, присаживайтесь. В регионах, коллеги, есть еще желающие выступить? Тогда будем завершать работу по данному вопросу. В принципе, по докладам мы видим, что там хорошие показатели имеем, тенденция положительная. И если мы по итогам полугодия говорили о том, что там было бы хорошо, если мы год завершим с ростом 0,5%, но сегодня уже у нас 0,8%. Все эти доклады, о которых мы сегодня слышали, говорят о том, что, в принципе, у нас есть вся возможность завершить год на уровне
1% роста и обнадеживает уступление и регионов. Сейчас Бердыбек Мажбеевич сказал, что выйдет на 100%, тогда у нас останутся Западно-Казахстанская, Мангистауская, Зладинская области и город Алматы. Но здесь понятные причины, наверное, какие-то изменения в сторону улучшения будут, но по объективным причинам, в связи с падением цены на нефть и вот в докладах об этом говорили, и уменьшением объема инвестиций на 100% уровень, наверное, не смогут. Но, тем не менее, по сравнению с началом года и в этих регионах положительные сдвиги имеются. Поэтому эту работу надо продолжать до конца года, собрать все резервы и выйти на намеченный рубеж. Касательно освоения, также вот сейчас все заверили выступающие в регионах, особенно это будет касаться освоения по программе «Нурлы жол», необходимо мобилизоваться и освоить все деньги, которые были направлены к вам в регионы. Ну и Бахтур Луханович надо будет мониторить по центральным исполнительным органам. Понятно, что есть объективные моменты по Министерству иностранных дел, некоторые мы мероприятия отменили. Ну, деньги не израсходовали, но они остаются у нас в кассе. Но, тем не менее, по остальным направлениям, помимо того, что мы имеем экономию по закупкам, остальные надо сделать так, чтобы все это были освоены. В прошлый раз мы говорили о том, чтобы необходимо оставаться в коридоре 6-8 по инфляции. 11 месяц мы, грубо так, провалили, и вот я еще раз обращаюсь к акимам регионов, чтобы в декабре мы удержали инфляцию с тем, чтобы остаться в коридоре 6-8%. Работу будем продолжать, на следующей неделе еще поговорим по итогам. Переходим к следующему вопросу. Касымбек, законопроект о стандартизации и сопутствующий проект закона. Пожалуйста. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, Евразиялық экономикалық одақ туралы шарт шеңберінде техникалық реттеу өнімге қойылған тек міндетті талаптарға қатысты құқықтық реттеу ретінде анықталған дүниежүзілік сауда экономикалық шеңберінде ұйымы шеңберінде Қазақстан саудадағы техникалық кедергілердің жөніндегі келісім талаптарына орындалуын қамтамасыз ету тиіс. Онда негізгі кедергілер ретінде түрлі елдерде заңнамалық түрлілігі және стандарттар мен сәйкестікті тексеру процедураларының айырмашылығы көрсетілген. Стандарты должны носить рекомендательный характер. Национальные стандарты большей части должны соответствовать международным требованиям. Обязательные требования содержатся в технических регламентах. Таким образом, техническое регулирование и стандартизация должны регламентироваться разными законодательными актами. Как административный инструмент в сфере, обязательной сфере через закон Республики Казахстан о техническом регулировании и в добровольной сфере через предполагаемый проект закона Республики Казахстан о стандартизации. В мировом сообществе стандартизация – важнейший инструмент регулирования качества продукции, который создает доверие, а также способствующий устранению технических барьеров в торговле, стимулированию развития экономики, определению промышленной политики, повышению конкурентоспособности продукции и развитию инноваций и технологий. В таких странах, как Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Норвегия, Китай, действуют законы о стандартизации. Российская Федерация, которая является партнером Казахстана по ЕС, также развивается по аналогичному пути. В 2015 году был принят закон о стандартизации. Кроме того, как показывает мировая практика, стандартизация является мощным инструментом, дающим экономическое преимущество как для развития промышленности, так и для экономики в целом. По данным Международной организации по стандартизации ISO, макроэкономический вклад стандартов при принятии решений в экономике позволяет получить 1% ежегодного прироста ВВП и повысить производительность труда до 30%. В Казахстане стандартизация регулируется законом, принятым в 2004 году. Закон создан по аналогии с международной моделью двухуровневую систему, что способствовало, во-первых, сокращению чрезмерного нормирования и, второе, повышению уровня правового регулирования деятельности, связанной с оборотом продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Данный закон установил, что безопасность определяется государством,
Это обязательные требования, которые устанавливаются в технических регламентах. И второе, качество – это рынок, методы и способы производства в стандартах. Тем самым был сделан первый шаг по акцентированию внимания технической политики в вопросах безопасности. Однако развитие экономики и международная практика в области стандартизации в настоящее время диктуют необходимость принятия следующего шага. Это переход на международную модель стандартизации, которая должна способствовать повышению конкурентоспособности и импортозамещению, ресурсосбережению, развитию эффективного управления производством, персоналом, развитию социальной ответственности и антикоррупционной деятельности. Установление законодательного регулирования стандартизации невозможно решить путем внесения определенных поправок в действующее законодательство техрегулирования, поскольку требует комплексного перехода стандартизации системы технического регулирования в отдельную сферу общественных отношений и не может быть законодательно урегулировано в рамках действующего закона о техническом регулировании. Сдерживающими факторами, влияющими в настоящее время на развитие стандартизации, являются: первое – это отсутствие достаточной правовой основы для технических комитетов, отсутствие мониторинга применения стандартов, несовершенство процессов разработки стандартов, а также 98% финансирования разработки стандартов сегодня осуществляется за счет государственного бюджета. Во многих странах процесс принятия стандартов выстроен от этапа анализа потребностей до практического их внедрения, где ключевая роль отводится национальному органу по стандартизации, который является единым оператором процесса. Эта модель позволяет оперативно и своевременно реагировать на новые вызовы рынка. Однако применительно к существующей казахстанской модели стандартизации видны процессы, которые не в полной мере были урегулированы действующим законом. Гармонизацию казахстанской модели мы видим в создании национальной системы стандартизации с равноправными правоотношениями государства, бизнес, потребитель. Таким образом, государство оставляет за собой полномочия вмешиваться в административные позиции только в те вопросы, которые непосредственно связаны с безопасностью в технической политике. Все остальное по законопроекту должен регулировать рынок. Переходя к самому законопроекту, необходимо отметить, что он направлен на приближение нашей модели к международной. В структуре проекта закона предусмотрено 9 глав, 40 статей. Данный документ законодательно закрепит национальную систему стандартизации как совокупность субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации. Четко определены цели, задачи, принципы стандартизации, функции, компетенции, процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. При этом впервые введены в систему национальный орган по стандартизации, проектные технические комитеты по стандартизации, технические эксперты по стандартизации. В данном законопроекте уполномоченному органу отведена роль органа, регулирующего государственную политику в сфере стандартизации, а национальному органу по стандартизации – функции оператора процесса стандартизации. Если позволите, коротко остановлюсь на ключевых моментах законопроекта. На основании опыта развитых стран в законопроект введен национальный орган по стандартизации, который должен скоординировать все процессы. При этом хочу акцентировать ваше внимание, что в соответствии с действующим законом о техрегулировании отдельные функции – это формирование плана стандартизации, создание технических комитетов – были сосредоточены в одном органе, это комитете при министерстве, что негативно влияло на введение консенсусного процесса стандартизации. Согласно предлагаемому законопроекту, национальный орган призван создать условия для принятия стандартов на основе консенсуса всех заинтересованных сторон – это государство, бизнес и потребитель. Результатом этого должны стать стандарты, создающие возможность конкурировать и вызывать доверие на внутреннем и внешних рынках. Подчеркиваю, что национальный орган будет являться государственным юридическим лицом, которое определит правительство на основании установленных критериев. И этот процесс не потребует дополнительного финансирования. Законопроектом также особая роль в процессе разработки стандартов отведена техническим комитетам по стандартизации, которые, согласно мировой практике, должны обеспечить принятие стандартов на основе консенсуса с функциями по проведению анализа стандартов в отраслях, обеспечению обслуживания и голосования за них и принятия на основе консенсуса, а также установлению четкого функционального взаимодействия заинтересованных сторон. Согласно законопроекту, именно технические комитеты будут выступать той основной независимой диалоговой площадкой для всех субъектов стандартизации. Это экспертное сообщество, производители, НПП «Атамикен», ассоциации потребителей, академическая среда.
На этой площадке будет достигаться консенсус при разработке национальных стандартов. После принятия законопроекта стандарты будут проходить обязательное техническое обсуждение и голосование в рамках работы технических комитетов, экспертизу и фиксирование результатов консенсуса в государственном органе, уполномоченным законом. Хочу отметить, что каждому члену технического комитета, вне зависимости от какой организации он, ассоциация, госорган, предприятие и так далее, вне зависимости от того, откуда он был выдвинут, в рамках технического комитета предполагается дать равные условия с наделением права одного голоса от организации, которую он представляет. Только после наработки данной практики можно будет констатировать факт полного перехода на международную модель стандартизации с принятием, а не утверждением стандартов. Сопутствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан включает изменения и дополнения в 6 кодексов и 43 закона. В части единой терминологии, уточнение компетенции отраслевых государственных органов в области стандартизации при рассмотрении проектов стандартов, в части обеспечения единства измерения, это приведение в соответствии с международной моделью обеспечения прослеживаемости измерений. В первую очередь вводится калибровка эталонов вместо поверки. Для снятия двойных расходов бизнеса, когда требуется и поверка, и калибровка прибора, предусматривается возможность оформления поверки по результатам калибровки. Сокращение сферы государственного метрологического контроля, ее конкретизация. Действующая сфера включает сегодня 11 позиций, предлагаем сократить до 6, оставив исключительно значимые области деятельности с точки зрения обеспечения безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды, справедливой торговли и соответствия с международной практикой. Формирование организационной структуры национальной системы метрологии. Введение отраслевых перечней изменений потребует от госорганов координации внутри отрасли вопросов достижения требуемой точности измерений, создания соответствующих метрологических служб. В целом, ожидаемым результатом принятия законопроекта станет достижение гармонизации национальной системы стандартизации и обеспечения единства измерений с международной моделью, принятие консенсусных национальных стандартов, создание условий для развития качества продукции, работы и услуг и привлечения инвестиций, а также стимулирование внедрения инноваций и трансферта технологий. Данный законопроект неоднократно обсуждался на различных площадках, в том числе неоднократно на площадках НПП «Атамикен», «Общественный совет». Документ согласован со всеми госорганами, администрацией президента и отделами КПМ. Спасибо. Рахмет, сұрақтарыңыз бар ма, баянды машина? Отырыңыз. Онда дауыс беруге шақырамын. Голосуем. Шешим қабылданды. Рахмет. На этом повестка исчерпана. Приглашенные могут быть свободны. СМИ и регионы.